Вообще было в этот вечер в юбилейном много сюрпризов. Один из них, безусловно, это выход на лед Михаила Калиды. Почему? Потому что этот сезон с самого начала у Михаила не пошел, и мне кажется, он в больницах провел времени не меньше, чем на тренировках. Слава богу, вроде бы все позади. Слава богу, что в следующий сезон можно вступать с высоко поднятой головой. Ну и появление Михаила — это особый шарм. Его участие придает любому ледовому проекту особую ниточку. Потому что фигуристов классных много. Михаил один, что бы конкуренты ни говорили. Change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Ученик Валентина Чеботарева из Петербургской академии фигурного катания Михаил Калида, неоднократный бронзовый призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы. И у него, кстати, есть один титул, которого не хватает Туктамышевой. Я очень надеюсь, что пока что у нее, только пока что нет этого титула Туктамышевой, он вице-чемпион Олимпийских игр в командных соревнованиях, вспоминаем Пхёнчхан, 2018 год.